хочу кое-что сделать на 3D-принтере. А все говорят, что не выйдет. А что именно? Самотык или кота? Пока что выбираю. Между самотыком и котом? Народ печатает на нем оружие безо всякой фантазии. Вот прикинь, держишь ты член, кота или пони, а потом... Бах! На самом деле, это пушка. Знаешь, тебе надо этот членострел грамотно спроектировать. Задизайнить его там по-нормальному. Материал-то дорогой. Все так. Я тут кое-что выяснил про обмен данными между студией и Bloom. В общем, студия предоставляет им доступ к кое-каким данным, но Bloom юзает еще больше без ведома студии. И там ничего не замечают? Не, в студии все подключено к сети ОС, так что им сложно что-то сделать. А Джош прав. Bloom это нужно, чтобы усовершенствовать распознавание лиц. И плюс инфа из профайлера. А что на выходе? Какая-то жесткая система контроля. Вот и я о том же. У Галилея были правильные идеи. Они отправляли данные водителя в алгоритм машинного обучения. А Нудл использует наборы правил. Думаю, не за горами тот день, когда Галилей выпустит реально умную тачку. Это вопрос времени, чел. Нью-Дон решил сразиться с нами. Они убрали со всех крупных сайтов видео с вербовкой и обещают засудить всех, кто его хостит. У нас может стать меньше фолловеров. Чёртовы копирасты. Бесит. Бесит? Это мягко сказано. Нам объявили войну. Нахер цензуру. Эй, Нью-Дон мошенники. Богатеи выкидывают бабло на какую-то элитную хероту. Это нам на руку. Нормальные люди попросту не выступят на их стороне. Мы засунем их туда, где солнце не светит. Это куда? Вот засунем, тогда и поймешь. А. Их вымораживает, что мы используем запись со звездой Джимми Сиско. Начнем с него. Он их самый известный сторонник. Но это Джимми Сиско. У меня в детстве были очки, как у него, и воротник. Я открытые раны наизусть знал. Чувак! И я, блин! У меня даже ланчбокс есть. Класс! Надёженький. Давай, только не Сиско, кого угодно. Ну, не его. Должен же быть другой способ. Ну, ё-моё. Он в городе на съемках кибердрайвера. Я подумала, может, поговорим с ним? Откроем ему глаза на Нью-Дон.
и он перестанет быть таким уродом. А я смогу спокойно носить футболку с его портретом. Постойте, туда, где солнце не светит. Но секта же туда никак не поместится. Ладно, ладно, займемся, Сиска. У Ньюдон есть компромат на всех звезд, правильно? Проверим локальный центр. Надо нарыть там его файл. Все за? Да. Я соберу своих, встретимся на месте. Засунем же их. Вы его слышали? Засунем. Они слишком долго терзали слабых и несчастных, прикрываясь маской религии. Церковь Ньюдон Афера. Титулы в церкви продаются и покупаются. Преданность достигается шантажом и угрозами. Ньюдон считает, что они вне закона. Мы изменим это. Дедсек раскроет тайны и истинную цель Ньюдона. Вы с нами? Надевайте маски и приходите к центру Ньюдон. Пишите комментарии их лидерам. С вашей помощью они получат наше сообщение. С нас хватит. Дедсек рассказывает правду. Решать вам. Ситара бесится, когда я троллю Джоша, но иногда он просто напрашивается. Я сказал ему, что Ньюдон создает секретную армию хакеров-социофобов. Безмозглых ботов для свержения правительства. Он чуть с ума не сошел. Жестоко? Да, да, я знаю. Но ты бы видел его лицо. И вот правда, оно того стоило. Ладно, я ему все скажу. Честно. Простите. ¿Viste? Sí, me está llevando. No me veas así. Tengo derecho a estar enojada. Thank you.
Ну что, хватит? Да. Ну что, пойдешь туда или... Пойду. Я и оделся, как в церковь. Класс. Просветление! Дорого и очень больно! Я пошел. Накопаю на Джимми, что смогу. Мы вот-вот сшибемся с этими мудаками. Мне нужен любой компромат на них. Если мы хотим привлечь фолловеров, нужно создать резонанс. А может, тупо придумать? Если нас один раз поймают на лжи, дедсек вообще перестанут верить. Не волнуйся, обоссутся, принесу их простыни. И вот наш Маркус с мега-метафорой. Рад служить. Почувствовала, что что-то такое... Черт, пора валить! Все. Эй, нарушитель! Начинаем погоню.
укрытие! Ищу укрытие! Подкрепление срочно! Скоро вышлем описание объекта. Прием! Надо вербовать Джимми Сиско. У него траблы с церковью. Планируется срочный аудит. Аудит? Ему нужны его деньги? Еще бы!
Но это совсем другая фигня. Они цепляют на себя провода от какой-то электронной херни и играют в психологов. Мило. Джимми ждет аудитора, а вместо этого дождется меня. Серьезно? Ты потянешь? Еще как потяну. Сначала задержим аудитора. Ему позвонит сам Джимми Сиска. Да, чуваки, вы бы слышали, как он говорит под Джимми. Усаться можно. Сейчас времени нет. На связи. Алло? Джейсон, слышал, ты у меня аудитор, да? Джимми? Да, да. Я как раз выхожу. Как дела? Плохо. Похоже, переел эмпанадос, друг мой. Желудок явно протестует против сегодняшней встречи. Сечешь? Да. Да, я понял. Жуткая, жуткая диарея. Да, я понимаю. Может, перенесем? Да, теперь придется. Я принял кучу таблеток. Скоро перезвоню, даю слово. Ладно? В норме. Ты там береги себя, Джимми. Попробую. Fight with me when the flame lives.
Лучше, да? Йогул, ты как? Я стырил для тебя кое-какие шмотки Нидон. Надо же соответствовать. Класс, спасибо, чел. Не за что. Покажи им там. Да? Я Джейсон Лоуэлл. Я аудитор. Так, Джейсон Лоуэлл. Я слышал, ты лучший. Проходи. Какой теплый прием. Итак? Ладно, приступим, что ли? Джимми, мне сказали, что ты сомневаешься в нашей церкви. Расскажи-ка мне об этом. Сомнение, ну, сомнение. Это сильное слово. Просто немного не хватает вдохновения. Джимми, не надо. Не замыкайся в себе. Ты прав. Ладно. В общем, ходят слухи об этом месте, куда забирают тех, у кого есть проблемы. И оттуда не возвращаются очень долго или вообще никогда. Да, я слышал эти слухи. Это же только слухи. И это все? Проблем не будет? Из-за правды? Да не. О, спасибо, клянусь, я тебя не подведу. Да, еще кое-что. Мне надо уничтожить эти сплетни. Ты знаешь, где находится этот лагерь? Я не знаю. Надеюсь, никогда не узнаю. А название знаешь? Да, Красная комната. Вроде Красная комната, да. Да, чел, и вот еще что. Твои последние фильмы — унылое говно. Соберись. Не вешай нос. Пока. Точно. Так, я понял, как можно утопить Нью-Дон. Но не хватает главного. Джимми Сиско боится какой-то красной комнаты. Джимми Сиско и красная комната. Похоже, это реабилитационный центр, куда отправляют ненадежных. И оттуда не всегда возвращаются. Если они похищают людей, у нас будет веский повод. Тут я мало что могу. Попросить друзей? Не, я сам. Черт. Миранда слушает. Да, это я, Маркус. Маркус? Холлоуин? Откуда у тебя мой... Да, я забыла. Мне нужно кое-что. Про Нью-Дон. Слышала о красной комнате? Миранда? Пришлю тебе адрес. Встретимся там. Мне бы инфу.
Ну что опять? Мы решили прижать церковь. Кто мы? Дедсек. Так и знала. Мои друзья мечтают засадить Дедсек за решетку. Люблю движуху. Забыла? Что-что? Помню, в свое время ты зубами рвала Нью-Дон. Но я знаю. Теперь ты советник. Нет. Давай без этого дешевого, ты продалась. Эти твари буквально каждый день портят людям жизнь. Они опубликовали записи моих операций. Но знаешь, срать я хотела. Мне скрывать нечего. Но ты прав. Теперь я советник и мало что могу. Поэтому хотела встретиться. Нужна моя помощь. А тебе моя. Плюс, я закончу это дело. Первое. Не путай, Нью-Дон — это не церковь. Это преступная организация. Я достала записи о всей их недвижимости в заливе, и кое-что не сходится. Вон там. Числится как образовательный центр. Двери заперты. Внутри тишина, только охрана шастает. Но, похоже, это на образовательный центр. Скорее на преобразовательный центр. Я буду тут. А ты осмотрись. Спасибо тебе. Маркус встретился с Мирандой? Да. Место, судя по всему, то. Но вот что это за место? Ясно одно, они что-то скрывают, и... Попробую найти комп и глянуть, что к чему. Ваши друзья.
Маркус, встретился с Мирандой? Да. Место, судя по всему, то. Но вот что это за место? Ясно одно. Они что-то скрывают. И попробую найти комп и глянуть, что к чему. С Мирандой? Да. Место, судя по всему, то. Но вот что это за место? Ясно одно. Они что-то скрывают. И попробую найти комп и глянуть, что к чему. Ждите подтверждения. Джимми Сиско, похоже, ты был прав. Привет, Маркус. Место то. Джимми Сиско привезли сюда. Если я его вытащу, спрячешь его? Еще бы. Буду наготове. И вызовет полицию. Джейсон! Я не Джейсон, и я не из Нью-Дон. Почему я здесь, друг? Вытащи меня отсюда! Беги, быстро! Все, ладно! Миранда, Сиско идет к тебе.
А ты как? Сам выберусь. Ты его прикрой. Ладно. Джимми в норме. Спасибо тебе. Бегал-то в основном ты. Он хочет поговорить. Маркус, если ты Маркус, я хочу сжечь их и знаю, с чего начать. Встретимся у храма Ньютон. Эй, ты бы написал заявление. Церковь удерживает пленников. Есть запись? Выпустим ролик, чтобы все узнали. Что еще нужно? Я покажу тебе самое сердце культа. Их реликвии. Подлинные. От таких предложений не отказываются. До встречи. Запуск. Галилей без дела не сидит. Пс. Эй, это я здесь. Джимми Сиско. Я маскируюсь. Да, я вижу. Красиво, да? Фундамент этого дома — ложь. И пришло время для исповеди. Открытые раны 3. Современная классика. Классика. Прости, парень, не знал, что ты такой фанат. Да-да. Да, был. Да. Налажал я капитально, правда? Похоже, судьба у меня такая. Но всегда можно начать сначала. Сейчас, здесь и сейчас. Угу. Ну, может, не совсем здесь и сейчас. Не знаю, смогу ли я вернуться туда.
не знаю. Все хорошо. Скажи, что искать, я сам. Ну да. Так, слушай, там есть лифт, на нем спустишься в подвал. В подвале комната, а в комнате в этой древние шумерские таблички. Говорят, что их написал сам визитер. Эй, нет, я серьезно, а они убийственно серьезны. Ладно, я тебе верю, правда. Ага. Если нужно что-то еще, ты скажи. Давай спросим дорогу у кого-нибудь. Нет, просто не дергай меня 5 минут, ладно? У меня есть карта. Так, банда, я проникну в храм Нью-Дон. А Джимми согласился зачитать сообщение для ролика. Найдешь сокровище? Стартуем. Береги змей. Там всегда есть змей. Это не тот храм, Рэнч. Что? Не исключай змей. Я учту.
Это личный лифт Джимми. Я нашел потайной лифт. Это ты меня так подкалываешь? Нет, правда. Добро пожаловать на 5-й уровень. Поздравляем вас с духовным вознесением. Спасибо, я старался. Сейчас вы видите перед собой бесценные сокровища Нью-Дон. Основа всей их религии — множество древних шумерских табличек. Тут куча странной фигни, но это крышеснос. Им место в музее. Кто дал церкви право скрывать все это от нас? Сейчас узнаем. О, написано «не трогать». Но так хочется. Ну я быстренько. Сколько же тут истории? Я так рад, что хоть как-то причастен. Не-не-не-не-не-не-не! Это фальшивка. Полная херня. Люди идут в Нью-Дон, платят миллионы баксов, чтобы увидеть эти фальшивки. Как и все, что обещает эта церковь. Да, так-то лучше. Я домой. Парни! Парни! Сюда! Трепещите! Нью-Дон! Дэдсек досконально изучил деятельность Нью-Дон. Коррупция и криминал – вот их основа. Они скупают чужие личные данные, чтобы лучше знать своих врагов. Возможно, у них есть досье на вас. Все, что мы смогли найти, будет доступно на наших каналах. Читайте, проверяйте. Вы придете к тому же выводу, что и мы. Нью-Дон – это преступная организация, целью которой является запугивание собственных членов, а также дальнейший шантаж и вымогательство. Нужны доказательства? У нас особый гость. Привет, я Джимми Сиско. Я снимался во всяких крутых фильмах, пока Нью-Дон не промыли мне мозги и не заставили плясать под их дудку. Когда у моих друзей появились вопросы к церкви, они пропали. Я спросил о них. Меня фактически похитили и заперли. Сообщаю, что полиция уже начала расследование. Знаете, в чем секрет церкви? Что за дверью номер 5? Пусть мои друзья из Дэдсек покажут вам. Дэдсек рассказывает правду. Решать вам. Да ладно, парни. Хоть спасибо скажите.